Сотрудники госавтоинспекции Амурского района провели рейдовые профилактические мероприятия по предупреждению наездов на пешеходов. Об этом более подробно смотрите далее. Рейдовые профилактические мероприятия по контролю за проездом водителями транспортных средств пешеходных переходов проводятся на территории Амурского муниципального района регулярно, так как, согласно анализу аварийности, каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. В большинстве случаев наезды происходят на нерегулируемых пешеходах. В ходе проведения мероприятий по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом движения, к административной ответственности были привлечены 6 водителей транспортных средств. Госавтоинспекция Амурского района призывает водителей транспортных средств более внимательно относиться к пешеходам, особенно несовершеннолетним. В зимний период при появлении на дорогах снежного наката и гололеда повышается вероятность заноса автомобиля, а самое главное, непредсказуемо увеличивается тормозной путь. Поэтому безопасное расстояние необходимо увеличить в несколько раз, заблаговременно снижая скорость движения при приближении к пешеходным переходам. Пешеходы же могут выходить на проезжую часть дороги, только удостоверившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, так как даже пешеходный переход является лишь относительной зоной безопасности. Помните, автомобиль не может остановиться мгновенно, а в условиях гололедицы тормозной путь увеличивается троекратно. Ну а чем больше масса автомобиля, тем длиннее ее тормозной путь. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, что позволит водителю транспортного средства вас своевременно увидеть. В связи с наступлением новогодних каникул обращаемся к родителям. Следите за тем, как проводят свой досуг ваши дети, находясь на прогулке. Катание с горок, имеющих выезды на проезжую часть дороги. Катание на санках, снегокатах и других приспособлениях по проезжей части дорог, в основном дворовых территорий, приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому, чтобы не случилось беды, обязательно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, указывайте на скрытую опасность. Детей дошкольного возраста не оставляйте без присмотра. Учите детей.